Привет всем из Японии! В этом видео мы прогуляемся с вами по Осаке. Покажу вам интересные места, которые стоит посетить. Конечно же, прогуляемся по японскому универмагу на этаже с люксовой косметикой и зайдем с вами в знаменитый японский драгстор. Это аптека, там продается бюджетный и среднеценовой сегмент косметика, уход для кожи и еще много интересного. Ну и, конечно же, посмотрим с вами мои бьюти-косметические покупочки. Начнем с прогулки по прекрасной Осаке. В Японии много удивительных, интереснейших мест. Осака находится в регионе, который называется Кансай. Это западный регион на острове Хонсю. Центр региона – префектура Киото. Это центр исторической Японии. Также там находится знаменитый бамбуковый лес. В Японии расположено всего 7 префектур. Это Вакаяма, Киото, Мие, Осака, Сига, Хиого и Нара, в котором находится популярный парк с оленями и самый большой древний темпл, его название Тодаджи Темпл. Ну а мы с вами сегодня будем гулять по Осаке. Если вы планируете поездку в Осаку, то обязательно посетите знаменитый небоскреб Абэно Харукас. Его высота 300 метров, количество этажей 60. Это самое высокое здание в Осаке. Поднимемся сейчас с вами на скоростном лифте на 60 этаж. Лифт сделан полностью из стекла, и на стене здания вот такая вот интересная иллюминированная инсталляция. С 16 этажа по 60 лифт поднимается очень быстро, меньше минуты. Здание расположено в историческом районе Абэно. На 60 этаже застекленная площадка с потрясающим, захватывающим панорамным видом на всю Осаку. Город находится в гористой местности. Повезло, что не было облачно и влажности, поэтому можно было комфортно наслаждаться видом на город. Нравится мне Осака, что в отличие от огромного Токио, город окружен горами и их видно с любой точки города. Разумеется, в Токио тоже есть такие районы, места, с которых можно увидеть горы, но это в основном далеко от центра города. Как вы можете сейчас наблюдать на видео, в Японии в крупных городах суперплотная застройка. Как вам такой формат города? Пишите в комментариях, насколько нравится или наоборот не нравится. Но должна сказать, что при этом все очень комфортно. Районы города связаны между собой удобным метро и автобусами. Общественный транспорт в Японии самый лучший и удобный в мире. Приходит строго по расписанию. Разумеется, бывают задержки небольшие, но это исключительные случаи, когда случается авария или какое-то происшествие. Такое бывает довольно редко. Поделитесь в комментариях, в каких крупных мегаполисах мира вы уже успели побывать, ну или хотели бы, планируете. Если соберетесь посетить Японию, тогда я советую приезжать весной или осенью. В это время самая комфортная погода в Японии. Ну а мы с вами пройдемся по 60 этажу. Я приехала специально вечером, чтобы посмотреть потрясающий закат. Для того, чтобы подняться на 60 этаж и посмотреть прекрасный вид на город, закат, нужно покупать билетики. Билеты продаются онлайн, можно купить через интернет или же непосредственно в самом здании на 16 этаже есть касса, там, где продают билеты.
Билеты я советовала бы покупать, конечно, онлайн, так как в Японии уже довольно много туристов, и, скорее всего, на кассе будет очень большая очередь. Ну, а мы пройдемся поближе с вами к окну. В некоторых местах возле окон части пола стеклянные, поэтому для тех, кто боится высоты, можно пощекотать себе нервы, постояв на таком вот полу. Здание называется Абено Харукас, и сама смотровая площадка называется Харукас 300. Посмотрите, какой потрясающий золотого цвета закат. Поэтому давайте его вместе с вами сейчас встретим. На 58 этаже расположена открытая площадка с трехэтажным атриумом, поэтому давайте поскорее спустимся и посмотрим, что там есть интересненького. Посмотрите, какое интересное место я нашла. Приставка с дисплеем на 3 этажа, в которую можно бесплатно поиграть. Интересные, необычные джойстики, светящиеся, нестандартной, непривычной формы. Честно говоря, не знаю, что это за игра, наверное, какая-то популярная среди японцев. Вечером, глядя на потрясающий вид ночного города, сразу навеивает какое-то романтическое настроение. Есть место для фотосъемки, ну или, например, для записи видео в TikTok. Кому как больше нравится. Магазинчики, где продают разные милые японские сувениры, брелки, магниты, ручки, разные вкусняшки, сладости. Вот такие каваи, милые маскоты, игрушки бренда Абено Харукас продают. Честно говоря, не знаю, что это за зверь такой, но выглядит очень мило, как по мне. Думаю, было бы приятно получить в подарок сувенир из Японии, особенно людям, которые интересуются Японией. И, конечно, есть разные футболки для детей, взрослых, с маскот-логотипом бренда Харукас. Интересный мерч, конечно, получился у этого туристического объекта. Пишите, насколько вам нравится такой зверь, считаете ли вы его милым или, наоборот, не очень. Пишите в комментариях, будет интересно почитать. Предлагаю насладиться прекрасным видом на ночную Осаку. Кстати, наслаждаться можно не только из обсерватории, смотровой площадки, но и, конечно же, на верхних этажах есть разные ресторанчики с потрясающим видом. Есть очень хороший, вкусный, недорогой буфет, шведский стол, но желательно, конечно же, заранее бронировать столик. Ну а мы с вами тем временем спустимся на второй этаж. На этаж с косметикой. Очень, конечно, удобно это туристическое место, так как есть и обсерватория на верхних этажах, прекрасная смотровая площадка на 12, 13, 16 этажах. Есть шикарные рестораны, как более дорогие, изысканные, так и более бюджетная, доступная цена. И, конечно же, 12-этажный универмаг, где продают косметику, уход для кожи, разную брендовую одежду, обувь, товары для дома. В общем, есть место, где насладиться душе и разгуляться. Ну а мы с вами спустились на второй этаж, этаж косметики. Сейчас подошли к Корнеру Фанкл. Это японская компания по производству косметики, пищевых добавок, основана в 1981 году. Одна из первых, начавшая выпускать добавки, использует самые современные разработки и только, конечно, высококачественные, безопасные ингредиенты для своих биодобавок и своей косметики. Некоторые из БАДов направлены на профилактику конкретных заболеваний и на борьбу с конкретными проблемами со здоровьем. Одна из самых лучших и безопасных фирм по производству БАДов. Большой выбор уходовой косметики, есть разные линии, например, против конкретных проблем кожи, таких как проблемная кожа, также широкий выбор анти-эйдж ухода. И вот недавно, не так давно, появилась линия декоративной косметики у этого бренда. Посмотрите, какая красота!
интересная солнцезащитная база под макияж вот в такой красивой нежной розовой упаковке, пудра в лимитированной упаковке. Вообще очень много интересного, аж глаза разбегаются, если честно, у этого бренда. Есть где действительно насладиться душе бьюти-маньяка. Всегда у этого бренда очень много туристов, особенно из азиатских стран. Прям очереди стоят. Это довольно популярный бренд на азиатском рынке, но не так широко, я думаю, представлен на каком-то европейском западном рынке. Обязательно посетите этот корнер, если будете в Японии, будете покупать косметику себе, а я тем временем вот такое количество себе выбрала некоторых саплиментов, косметики. Дальше в видео, конечно, будет распаковка, покажу поближе, что я купила. Но мы тем временем прогуляемся с вами дальше по универмагу, посмотрим, что еще есть интересного здесь. Один из любимейших моих косметических брендов – это Clé de Peau. У них всегда так красиво, эстетически оформлены их стеллажи с косметикой. Просто действительно эстетическое наслаждение, глаз радуется. Нравятся мне вот такие вот помады, заинтересовали меня. Посмотрим поближе с вами. Красиво очень так выставлено это все. Еще заинтересовали меня вот такие тени. Именно вот этот вот золотисто-тауповый рефил меня заинтересовал. Конечно, нужно дальше будет посвочить, как это все на коже будет выглядеть. Посмотрите, какое действительно просто эстетически косметическое наслаждение. Это, я так понимаю, сыворотка была для кожи. Очень, конечно, красиво все здесь оформлено. Еще меня заинтересовал хайлайтер у этого бренда. Сейчас мы с вами посмотрим, как он будет выглядеть на руке. Оформление прям как у дорогого бриллианта у этого хайлайтера. По свотчу очень шелковистая текстура, пудра. Вот так выглядит в растушеванном варианте, нежное мерцание, очень красивое, мне кажется. Ну а мы с вами тем временем отправляемся домой. Покажу вам свои покупки. Взяла вот такой вот набор я себе, это набор от Acne, также дополнительно обогащенный увлажняющий лосьон, молочный гель для акне, лосьон, эссенция, маска. Сзади на упаковках есть полное описание, правда на японском языке, но я думаю можно будет перевести через Google переводчик. В общем, серия эта подойдет для тех, у кого есть повторяющиеся высыпания, вызванные разрушением барьера из-за колебаний кожи, подойдет для взрослой кожи. Это новый уход для кожи, склонной к акне. Фокусируется на первопричине проблемы, это потеря упругости, истончение, легкая дряблость кожи. Также поможет, конечно, достичь безупречной упругой кожи и активно предотвращая появление прыщей, новых высыпаний. Посмотрим вместе с вами, что пишет на сайте производитель. Ученые Фанкл выявили три основные причины, которые вызывают появление акне даже во взрослом возрасте. Первое – это частичное изменение состояния кожи, колебания кожи от чувствительной к раздраженной. И для этого борьбы с этим в составе средств есть экстракт шалфея. Второе – это когда барьерная функция кожи нарушена, на ней образуется большое скопление количества рогового слоя, что в свою очередь вызывает бактерии, которые провоцируют появление акне. Поэтому в составе есть экстракт плодов сливы и экстракт китайских трав. И третье – это сухость кожи и раздражение. Для борьбы с этим в составе экстракт листьев перилы для увлажнения и экстракт цветков душистого горошка. Фанкл уделяет особое внимание использованию продуктов без добавок, консервантов, алкоголя. Поэтому срок хранения средств 2 месяца со вскрытия упаковки. И, следовательно, все упаковки у этого бренда небольшого размера рассчитаны ровно на 2 месяца. Лосьон предотвращает появление прыщей, высыпаний у взрослых. Во время ежедневного ухода наполняет кожу свежей влагой, восстанавливает кожный барьер в глубоких слоях кожи. Он легко впитывается даже на огрубевшей коже, оставляя кожу гладкой и увлажненной. Активный ингредиент, производная солодки, предотвращает повторные высыпания. Внизу баночки есть специальная отметка, куда вы можете писать число, месяц вскрытия, для того, чтобы не забыть. И побыстрее в течение 2 месяцев использовать
лосьон, крема. Также внутри упаковки картонной во всех средствах есть детальное описание каждого средства и как правильно открывать, вскрывать все вот эти вот упаковки, лосьон, крема, эссенции. Давайте вместе с вами сейчас откроем, посмотрим поближе лосьон. Упакован он вот таким образом. После того, как снимете крышку, есть вот такая вот защитная пломба, которую обязательно нужно снять перед тем, как использовать. Лосьон на вид выглядит как довольно жидкая водичка, но на самом деле он очень хорошо увлажняет кожу, не перегружая ее. Давайте сейчас с вами посмотрим, как советует бренд использовать это средство. Сначала удаляем макияж, после этого умываемся с помощью пенки и уже после этого наносим лосьон. И следующий шаг — это гель. Количество лосьона на спонж, на ватный диск наносим вот такой вот диаметр, как указано здесь на упаковке. Также пошаговая инструкция, очень удобно указано, как правильно и как не нужно открывать эту пломбу, чтобы не испортить сам флакон с лосьоном. Внизу на японском языке указано, что если есть большие проблемы с кожей, такие как, например, экзема или раны на коже, или, в общем, другие проблемы с кожей, то лучше, конечно, воздержаться от использования данного средства. Ну и, конечно, если будет реакция аллергическая, то тоже нужно прекратить использование. А мы с вами давайте перейдем к следующему продукту. Это молочный гель. Лечебная гелевая эмульсия, которая предотвращает появление прыщей и поддерживает баланс увлажнения и сальных выделений на коже, создает покрытие на коже, которое не позволяет проникать бактериям, восстанавливает кожный барьер до глубоких слоев эпидермиса, содержит увлажняющие ингредиенты, такие как гиалуроновая кислота, которая поддерживает водный баланс и создает вуаль на коже, делая ее гладкой и увлажненной. Внизу упаковки есть состав, ингредиенты все, которые входят в данное средство. Кому важно, можете сделать скриншот, перевести в Google переводчики. Также есть вот такая графа, как и на лосьоне, для того, чтобы писать момент открытия, дату, месяц. На крышке гравировка бренда. И внутри картонной упаковки указано правильное вскрытие самой баночки средства, ну и, конечно, последовательность нанесения и также предостережение, с какими проблемами лучше не наносить данное средство. Давайте вместе с вами сейчас откроем. В новом средстве находится вот такой вот защитный колпак белый, который нужно будет снять обязательно. После этого мы одеваем уже саму крышку на упаковку следующим образом. То есть нужно полностью погрузить само средство в крышку и уже закручивать до самого конца, чтобы был щелчок. После этого ваше средство уже будет открыто. И как одно из дополнительных средств я взяла себе такая вот сыворотка эссенции. Она обеспечивает немедленный интенсивный уход за участками, которые склонны к акне. Это такой густой гель, который быстро впитывается в проблемные зоны. Также есть двойные активные ингредиенты, такие как траниксамовая кислота и производная солодки. Они предотвращают появление прыщей на коже. Способ открытия такой же, как и у предыдущей молочной эмульсии. Следующее средство — это маска для пор. Я взяла его также как дополнительное средство по уходу за кожей. Она тщательно удаляет черные точки и стойкие кератиновые пробки, которые в свою очередь приводят к преждевременному старению кожи. Старый роговой слой и пятна кожного сала полностью растворяются и аккуратно соскабливаются с помощью скраба коньяку, который впитывает и удаляет при помощи древесного угля и минеральной глины, которая есть в составе, абсолютно не оставляет следов, кожа после него остается гладкой и пропадает чрезмерная липкость. Хоть я и наносила маску, эссенцию на все лицо, в отличие от того, как советует производитель, а именно локально на более проблемные участки кожи, но я не заметила негативного действия. Например, на лбу у меня очень сухая, шелушащаяся кожа, и после применения маски она стала гладкой и отшелушились чешуйки сухой кожи. То есть таким образом можно сказать, что я протестировала маску на разных типах кожи.
и предыдущую эссенцию производитель советует также наносить локально на только те участки, которые вас беспокоят. Но я наносила полностью на все лицо, и мне понравилось такой способ нанесения. А теперь давайте посмотрим лосьон, обогащенный увлажняющий лосьон для кожи лица. Посмотрим поближе, как он выглядит. Также есть вот такая специальная графа, куда вы можете вписывать дату, месяц, число открытия. Открывается он по тому же способу, как и предыдущий лосьон. Освежающий лосьон, который разглаживает морщины, делая кожу упругой, эластичной и дает лифтинг-эффект. Серия в таких желтых упаковках называется Enrich Plus Lotion, то есть обогащенный лосьон, мой вариант с маркировкой 1. Он предназначен для нормальной и склонной к сухости кожи, а для очень сухой кожи есть второй вариант с маркировкой римской цифры 2. Он более питательный, увлажняющий и имеет более плотную текстуру. В оба эти лосьона в состав входит квазипрепарат, то есть эта уходовая косметика считается лечебной, в состав которой входят лекарственные ингредиенты и, следовательно, имеет интенсивное воздействие на кожу, а также обладает терапевтическими свойствами лекарств. Еще принято называть такую уходовую косметику, которая имеет лечебные свойства, космецевтика. Следующее средство, которое вы видите сейчас на экране, это новинка этого года, весны 2023 года, мягкое очищающее масло Black and Smooth. Черное мягкое очищающее масло для пор, в составе есть древесный уголь и специальный грязевой адсорбент. Масло тает в порах, растворяет и удаляет кератиновые пробки и черные точки. Удаляет даже самый стойкий водостойкий макияж. После него кожа остается супер гладкой и с чистыми порами. В составе масла есть кожура юзу и масло листьев розмарина. Они служат как смягчающий кондиционер для кожи. Средство имеет слабый натуральный травяной аромат, абсолютно не раздражающий. Можно использовать как на сухой, так и на влажной коже. Следующий большой плюс этого средства – то, что оно подходит для нарощенных ресниц. Удаляет грязь из пор и угри, и кератиновые пробки. Удаляет даже самый водостойкий макияж, например, такой как грим. То есть самый даже плотный макияж – это средство с легкостью удалит с вашей кожи. Не нарушает барьер кожи и сохраняет увлажненность. Это одно из немногих средств, которое мне полюбилось с первого взгляда. И когда у меня закончится эта баночка, я могу с уверенностью 100% сказать, что я куплю еще. То есть я буду повторять в дальнейшем это средство. Настоящая проблема закупоренных пор – это кожный жир, сальное выделение, которое смешивается с омертвевшими клетками кожи и со временем затвердевают. Вследствие этого и образуется кератиновая пробка. Поэтому, когда вы пытаетесь их выдавить пальцами, вы только травмируете свою кожу и до конца правильно не сможете их удалить. Правильный способ – это растворить кератиновые затвердевшие пробки специальным маслом. Масляные очищающие средства, содержащие те же масла, легче всего смешиваются с кожным салом и макияжем. Что касается этого масла, оно не только растворяет кератиновые пробки и плавно удаляет их, но и также предотвращает трение во время очищения кожи. В Японии доказано, что чрезмерное трение кожи руками тоже травмирует и ухудшает состояние кожи. Еще один плюс этого средства – это то, что оно защищает кожный барьер. Можно его использовать даже ежедневно. После него кожа остается гладкой, нежной, мягкой, увлажненной. Также не требуется после него дополнительное умывание пеной. Это тоже немаловажный плюс. Еще один плюс этого средства – это то, что оно не оставляет липкости или какой-то жирности на коже, после которой хочется умыться. То есть с ним комфортно умываться даже в один этап умывания. Решила показать вам до и после. Так моя кожа выглядела до того, как я начала использовать уход Funkel из акне линии, который показывала вам в этом видео. Были у меня высыпания на подбородке, на висках и немного в зоне лба. Пользовалась в течение 10 дней, утром и вечером этим уходом, и вот такой результат получился. На обоих этих видео кожа абсолютно без макияжа. Заметила положительный результат уже после первой недели использования. Думаю, сейчас на видео хорошо заметно, что высыпания сошли, кожа стала гораздо чище. Возможно, остались мелкие красные пятнышки от высыпаний, но в целом, как мне кажется, кожа стала выглядеть гораздо лучше. И еще один продукт, который я использовала вечером перед сном из этой же серии, это вот такая вот
пудра, которая контролирует жирность кожи. Ее нужно носить и в вечернее время перед сном. Это уходовая пудра. Маркировано это средство как квазипрепарат, то есть в его составе есть лечебные ингредиенты, и оно считается как лечебное средство. Пудра с пуховкой и кейс продается отдельно. Давайте сейчас вместе откроем и посмотрим. Внутри упаковки описано детально и показано, как вставить рефил в сам кейс. Это пудра, которая используется как финальный шаг после того, как вы нанесли ваш уход на кожу. Делает кожу бархатной, гладкой, контролирует жирный блеск, поглощает кожное сало и закрывает неровные поры, придавая мягкий, естественный вид кожи. Кроме того, средство подавляет избыток кожных сальных выделений и предотвращает огрубение кожи и появление прыщей. Делает поры гораздо менее заметными. В составе растительные ингредиенты. Активный ингредиент – это производная солодки, сера, экстракт китайских растений, экстракт зеленого чая для увлажнения и предотвращения шероховатости кожи. Порошок в пудре мелкодисперсный. И при использовании перед сном на утро кожа у меня была менее липкой и более гладкой. Ну и, конечно, за счет светло-зеленого цвета естественным образом скрывает покраснение. Также отсутствует жемчужное свечение, поэтому можно наносить перед макияжем эту пудру. Следующий косметический бренд, который я купила и хочу вам показать, это Кледе по Бьюти. Это люксовый премиальный японский бренд. В этот раз я купила 3 рефила теней и 1 помаду. Кейс для теней продается отдельно, но я не стала его покупать, так как он довольно объемный, и 3 таких кейса занимали бы много места в моем макияжном столике или косметичке. Кроме того, у меня есть большая магнитная палетка, кейс от Jeffree Star, и там довольно удобно хранить рефилы. Кейс от этих теней выглядит следующим образом, так как вы видите сейчас на экране. Купила я себе 303, 304 и 305 варианты теней. Это предыдущая линия теней, которая была долгое время в продаже. Сейчас бренд этой осенью уже полностью обновил всю линию теней, и выглядят они теперь вот так. Какой вариант вам визуально больше нравится, пишите в комментариях. Сейчас на экране вы видите, это оттенок под номером 303, нежно-розово-бежевая гамма, очень шелковистые тени. Когда я их свочила, было такое ощущение, будто я дотрагиваюсь до очень нежного и гладкого шелка. При дневном освещении цвета выглядят вот так. И при искусственном и в растушеванном варианте шиммерные оттенки выглядят более блестящими. 2 полуматово-сатиновых оттенка в этом цвете 303, 1 сатин и 1 сатиновый шиммер. Насколько вам нравится такой цвет, пишите в комментариях. Мне кажется, будет отлично смотреться и для дневного макияжа, и для вечернего. Теперь рефил под номером 304. Весенняя-летняя гамма. Хоть на улице осень и довольно уже прохладно, но почему-то иногда хочется сделать макияж вот в такой нежной весенней гамме цветом. В этом варианте уже тени все сатиновые, и вот только серебристый талп выглядит более блестящим, как шиммер. Качество у всех оттенков одинаковое, шикарное, отлично наносятся, не пятнят, не залипают и очень легко тушуются. При каком освещении вам больше нравится, как выглядят эти тени, при дневном или искусственном, лично я не могу определиться, поэтому пишите свое мнение в комментариях. Следующий рефил под номером 305. Очень красивая, интеллигентная, элегантно выглядящая цветовая гамма, золотисто-бежевые оттенки, и, на мой взгляд, отлично подойдут такие цвета для вечернего макияжа. Я просто влюбилась в левый нижний оттенок, приглушенный беж с розовым подтоном. Очень красиво все оттенки смотрятся на глазах. В каждом рефиле цвета между собой подобраны идеально. И красивое сочетание получается на веках. Поэтому можно не бояться, что получится какой-то грязный оттенок при сочетании нескольких цветов. И хорошая стойкость у этих теней даже при условии, когда я не наносила базу под тени, а наносила на обычный консилер. Тени отлично носились весь день, держалась тушевка, это не превращалось в течение дня в один непонятный цвет. Крутейшее качество. И еще плюс — это то, что эти тени не западали в складочки и морщинки на веках. То есть не было этих ужасных полос на веках,
от теней, как это бывает у других брендов. Рефил с каким цветом вам больше всего понравился? В принципе, можно, я думаю, хранить рефилы в этих пластиковых прозрачных кейсах, если не хочется покупать отдельно дополнительно саму упаковку. Эти пластиковые кейсы закрываются плотно, так что не попадает воздух. И, конечно, удобно то, что они прозрачные, и будет довольно удобно, если нужно быстро взять нужный вам цвет. И последний бьюти-продукт, который я хочу показать в этом видео, это сатиновая помада под номером 12 Power Muff, или если перевести, то это мощный лиловый цвет. Даже картон очень плотный, качественный, красивый у этого бренда. Конечно, хочется первое время хранить косметику в этих картонных красивейших упаковках. У кого такая же история, пишите в комментариях, будем знать, как много нас таких. Имеет очень тонкий и легкий аромат при нанесении натурального розового масла, но после нанесения на губы аромат не чувствуется и нет вкуса у помады. Это самый продаваемый вариант помады у этого бренда, имеет безупречный сатиновый финиш, все оттенки передаются довольно ярко, комфортно ощущается на губах, отлично увлажняет кожу губ, даже лучше многих бальзамов для губ. И в составе есть уходовые компоненты, которые осветляют кожу губ и делают более ровной, красивой и ухоженной кожу губ. И все это держится часами подряд. Просто магия какая-то творит эта помада. Хорошая большая цветовая гамма у помад Le Depot Beauty. Все цвета отлично гармонируют с цветом кожи губ. Все это люксовое японское качество. Преимущество я заметила сразу после того, как нанесла помаду на губы. Сейчас это мой любимчик и фаворит. Вот такая прогулка по Японии. Шопинг и обзор ухода и декоративной косметики получился. Спасибо всем, кто досмотрел это видео до конца. Прошу не забывать ставить лайки, потому что это мотивирует меня снимать новые видео. И, конечно, это очень важно для развития канала. Пишите в комментариях, как вам такой формат видео, когда не только в кадре косметика, а еще и разные интересные туристические места. Ну и, конечно, оставляйте свои впечатления от косметики, которую я показывала в этом видео, ну и о видео в целом. Всем хорошего настроения, пока-пока, до новых видео!